В шымкентском зоопарке попытаются разводить редких птиц. Уже заказали 5 специальных инкубаторов. Старые, по словам руководства зверинца, давно неэффективны. 80% яиц там просто пропадает. Не выживают и те, кто смог вылупиться. Сейчас в зоопарке есть птицы, которые занесены в Красную книгу Казахстана. Это степной орел, стервятник, беркут, кумай. Их начнут разводить первыми. Позже пернатых будут менять на других животных. В зоопарке рассказали, что одну редкую птицу можно обменять на двух леопардов или слона, которых как раз в зоопарке нету. К тому моменту уж закончится строительство новых зон для животных. В этом году завершаются две части. Это зона Африки и зона горы, так называемая. Горы и ночного мира. Гора она у нас полая, внутри у нас помещение для ночных животных. Там ежики, тушканчики, все всякое такое, в общем. А сверху горы у нас идет горные козлы, архары.